Всем доброго здоровья и приятного аппетита, сейчас кушать. С вами Юлия Мишка. Всем привет. Сегодня у нас будет игрушка... Под названием ТАПС. Ну просто уже это 100 раз было сказано, особенно за последнее время. Короче, ладно, небольшая новостная вставочка. Появилась информация по поводу обновлений в ТАПС. В общем, разработчики написали, что в этом году выйдет версия на PlayStation, Nintendo Switch. Вот это, в принципе, хорошая новость. Надеюсь, будет возможность опробовать. Да. В будущем также объявляется, что, с одной стороны, хорошие новости не очень, появится неоновое обновление, но с некоторым нюансом. Да, в общем, появится оружие, стилизованное в неоновом стиле. Ну, да, Извиняюсь, за тавтологию. Вот. Но фракция еще пока не появится. А может, и вообще не выйдет. То есть написали, что появится оружие, которое в креатор добавят, и можно будет светящиеся делать, светящихся персонажей, но фракции неоновой не будет. Не знаю, будет ли она в будущем, ничего не сказано. Но на самом деле я наврал. Я забыл вниз пролистать текст. Точнее, не захотел или знаю. Короче, прямая цитата. Мы надеемся, что неоновое обновление будет выпущено позже в этом году. Но помимо этих обновлений, в настоящее время у нас нет других планов по обновлению игры. Вот так. А еще было сказано, что ТАПСу уже 5 лет, между прочим. Да, большая. Вот столько, да, прошло времени. Вспомните сейчас в своей памяти, как выглядел, или мы сейчас вставим там, как выглядела первая версия. И, в общем, параллельно готовится еще проект. Выглядит это как раннер сумасшедший, где вы вот этим юнитом. Бегаете, избегаете, как это сказать, различных препятствий и, видимо, пытаетесь добежать как можно дальше. Ну да, и не врезаться. Выглядит интересно, можно записаться на альфу, если что, ссылочку прикреплю в описании. Можете тоже записаться, когда будет свободно, точнее, в общем, вы узнаете, что она открыта, и можете попробовать самолично. Ну и мы тоже попробуем. В общем, все, поехали уже непосредственно к ролику. Ну вот мы и переместились на карту. У нас сегодня будет интересная история. Они уже готовы, ждут. Готовы сражаться. У нас будет новая фракция. Мы сейчас ее покажем вам. И это фракция под названием Големы. Первый голем ледяной. Так, осмотрим сначала. Выглядят они очень круто. Если что, это прям такой снежный огромный гигант. Ледяной гигант. Мои ставки, что он будет чем-то стрелять... Камнем, окей, неплохо. Неплохо. Как они это делают? Это как будто огромное, если честно, реально, там скала. И что самое интересное, ух ты, ёх ты, неплохо он, как говорится, спалил по этой дорожке. Странно, что он не идет. Ничего себе. Пошел. Короче, это не мод, если что. Это можно вбить в поисковике и найти этих персонажей. Там на самом деле много чего добавляется. Но в целом, персонаж выглядит круто. Ну вот атака все-таки немножко... Хотя, слушай, ну... Да нормально. На троечку для меня, вот прям. Он, видишь, еще не особо он подвижный. Он просто первый. Хорошо, ладно, все был ясно. Был бы на тебе столько камня. О, можно будет устроить битву големов. Воу, это новогодний. Офига себе. Это прям... Вот это у него больше... Как будто змей. Как они их лепят, реально. Я без понятия. Слушай, а вот он более резвый, согласись. Опа! Выдвигается. Битва титанов. Как будто в панталончиках. Вот это удар. Слушай, а вот он мне нравится. Па-па-ра-па. Слушай, я не понимаю, что происходит, но он довольно злобный. Что-то происходит. Он мне, знаешь, кого напоминает? Если кто может, кто-то видел это, короче, в Черепашках-ниндзя были злобные такие персонажи, как каменные какие-то солдаты. Это пипец какая слишком гиковская тема, но, блин, может кто-нибудь видел или играл в игре, или может в новых версиях черепах они были. Короче, они вот прям очень похожи, я тебе могу сказать. Я не знаю. Я, может, картинку найду. Короче, слушай, он их замочил. Ну, мне он больше понравился. Не знаю. Самом деле немало. Блин, так. Хочется еще их друг против друга поставить. Давайте кого-нибудь поинтереснее, что ли? Вау. Так, ну давайте бычков поставим. Давайте летающих поставим. Ну аккуратно только это. Не перебарщивай. А смотреть сначала. Вау. Юль, ну это этот, как его? Из паладинов-то. Гровер. Гровер, я тоже хотел сказать. Блин, мой Гровер. Да, слушай, согласись, похож. Ну он как больше ананасик такой, на самом деле, у него сверху. Но... Фиха, ничего. Моська прикольная. Все, его сейчас атакует.
видно, что крылья тут, видимо, для массы. Я не знаю, мне кажется, знаешь, как некоторые такие магические обелиски, вокруг них осколки камней крутятся, и тут хотели что-то подобное сделать. Да. Но дело в том, что это к чему-то прикреплено, и когда он крутится, это... Не всегда адекватно. Блин, я хочу все-таки это сделать. Вот так. Битва титанов. Посмотрим. То, я... кого... Мимо кассы. Я хотела сказать, на него ставлю. За Гровера. Сейчас будет только... Ну давай, Гровер, нет! Надо было, знаешь, среди зданий, чтобы тут все так рушилось. Было. Что-то он как-то... Еще второй слабенький. Удар. Вот у него накопилась тыковка, но все тыковка мимо, что-то выкатила. Слушай, его сейчас просто скинут. Нет! Не-не-не, смотри, капуста пошла в бой. Ой, Юля, он прям зажал, как в фильмах просто. Слушайте, я прям наблюдаю за каким-то сумасшедшим боем. Эпичная драка. Слушай, гиганта. Все может измениться в данную секунду. Давай, Гровер. Нет, не пробивает его удары, ничто. Мне кажется, хана. Как эффектно они между собой месятся. Ой, походу сейчас Гроверу хана, Юля, на самом деле. Так, ну-ка посмотрим. Не-не-не-не-не. Очень было близко. Слушай, красивый удар, красивый кадр, согласитесь. Согласен. Я хочу посмотреть на это. Ну, слушайте, Тапс меня удивляет. Здесь такие масштабные... Я застрял в трех персонажах, на быстрее. Смотрите. Да, вот именно. Так, Меха. Мехо. Это какой-то... Давайте мы самураев вызовем. Обычно эта тема такая, мне кажется, анимешная. Какие-нибудь мехи против самураев. Самураи, правда, они отбивают вроде как. Ну, наверное, да. Давайте посмотрим чувачка. Цельнометаллического алхимика мне как-то напоминает, если честно. Все может быть. Ну, давайте посмотрим. Ух, ёх ты, вызов. Сверху атаки. Не, это... Ого, он тут он их... так круто выглядит. Короче, счетчик слова ого. Ты посмотри, надо обязательно зафотать. Все, мы сейчас сделаем все кадры. Отлично? Да. Достаточно? Да, неплохо. Можем еще вот так. Да, супер. Все супер. Ну, слушай, он крутой. Он прям крутой. Ладно, давайте, галопом по Европам. Если что, это же можно самим пощупать, самим. Вот. Надо будет в другую карту перейти еще в какую-нибудь. Конечно, да, давайте, для тачки. Разнообразия. Слушайте, а мы знаешь, против кого? Каких-нибудь современных персонажей совершенно. Ну, давай попробуем. Ну, конечно, это странно, танк. Ну, ну давай. Против колесницы можно было, это не современное. Ну, ничего, слушай, ну зло ворвалось. Слушайте, мне они даже больше, чем башни нравятся. Да, согласна. И причем, я еще раз повторюсь, это совершенно не мод. Ой, накатили. Тут как-то... Сейчас все оравы его столкнули. Пошло дело не по плану. Царь горы, давай покажи им. Как будто Арес спустился. Слушайте, вообще. Ну замедление просто эпические. Очень нравится мне, как бы в Тапсе. Да, прикольно. Ой-ой-ой-ой. Трансформация сейчас или не, что? Не-не-не, мне кажется, это какой-то космический вихрь, засос да? был. Ну, мне кажется, он... А слушай, это он кого-то... Ну, по-моему, позвал братву. Странно, что остались какие-то яблочные товарищи. И никак он... Слушайте, здесь уже демоны. Или они... Он, наверное, вызвал его. Мне кажется, конечно, так и произошло. Оставим. Давай или другую карту. Давай другую карту. Вот эту. Хорошо. Античность 2 у нас следующая карта. И следующий голем будет... Ух ты, какое-то сложное название, я что-то не понимаю. Ну да ладно, давайте вызовем... Желтенький. Желтенький голем. Типа, знаешь, святой голем. Да. Похож на фракцию вот. А, которая, да, и есть. Ну, в принципе, эти частички-то как раз. Бух. Не он. Супер озвучка. Если честно, какого-то джина напоминает. Да, да. У него тоже, кстати, вот эта тема айронменовская, только на спине, что интересно. Так, звук тазов пошел какой-то. Слушай, реально, что за тазы? Кто здесь с кастрюлями пришел? Сейчас будет ульта. Бычара улетела. Ой, тут что-то. Да-да-да, мы помним вот этого чувака. Самый крутой вот фракции святых. Ага. По-моему, она неофициальная, если я не ошибаюсь. Да. Я уже, если честно, да не, запутался. Да не, официалка. Была, да, ребят, маякните в комментариях. Что-то карта уже... же есть. Ну,
Она у меня, может, с модами подтянута. Слушайте, я что-то запомнил. Нет, это реально. А, да-да-да, она как бы злые есть. Все-все-все-все-все. Да-да-да. Миша уже все, ничего не помнит. Да, что-то после болезни мозг плохо работает, видимо. Ладно, хороший парень. И знаешь что? Извините. Добро и зло должно выяснить, кто кого. Там я видел золотого голема дальше. Рассматриваем. Бум! Двойной удар. Добро против зла. Да. Мне интересно, кто кого зафигачит. Заметьте, они симметрично сделаны. Они оба вызывают вот этих тут демонов. А тут наоборот. Сила света. Еще звук такой прям просто шикарно все звучит. Как будто битва трансформеров каких-то на самом деле. Вблизи Олимпа, если честно. О! Победил синий, а синий у нас это добро победил. Что могу сказать? Хорошо. Так, вон золотой... у нас есть скелетон. Как, кстати, голем, да, правильно, там или голем? Сколько всего интересного. Такой битвы вы еще не видели. Так, должны оценить. Такой коренастый, прикольно, крепкий. Странно, что он золотой, хотя, ну, в плане написано по названию. Хотя, мне кажется, вот он как раз на скелетона и тянет. Да, наверное, ты права. Что-то он ничего не делает. Что он? Секли ему. Просто стоит. Что-то он вообще... Он как стена, может быть. Стой, а что это, ноги его? Может, он должен быть гораздо выше? А может, он как ограждение? Что-то странно, что-то я ничего не понял. Погодите. Надо что-то с этим делать. Давайте просто их еще раз вызываю. Может быть, как-то его, там, не знаю. Как будто это ноги должны были опустить. А мне кажется, что это... препятствия такие. Ну да, бочки какие-то. Странно. Почему он ничего не делает? Но выглядит, конечно, ничего так, но это прям похоже на ноги, как будто. Необычно. И он вообще... Может, сломался. Стой, а если я? Ой, лазер, что ли? Это ты включаешь, или это они? Ну что-то вот тут шевелится, руки. Ну, короче, да. Он увольняется. Увольняется. Выглядит неплохо. Скелетон, вот. Давайте в студию. Ну-ка. Воу. Слушайте, ну вот он выглядит... Все у них забулки такие большие. Ну давай, покажи своими этими граблями. Ну что-то как-то. Так, он их напугал. Промах вышел. Может сейчас... Раньше времени, он на крабика похож. Ну да, кстати. Может, эти супер... Да, я по цене, извините, перепутал немножечко. Слишком сильно. Так. Ну, не знаю, давайте. Кого тут у нас? Так. Ой, ну, вот так. Ну, пусть так будет. Так, он напугал. Пошли какие-то... А. Это он их, да, напугал. Они пытаются его тут обстрелять. Ну, этих-то я, конечно, поставил не совсем по селам ему. Джентльмен. Вот так, да он как? Гораздо лучше выглядит. Трупан. Так, ладно, хорошо. Не оценил я его. Магический голем следующий. Или голем. В общем, у него сверху... Уже, а, это эти, не-не-не, это враги. Они... Так, он что-то ультует. Да, они же телепортируются. О, он ведьм вызывает. Фигачит. Вот он уже... Смотрите. То есть все нормально, справляется, как нифиг делать. Так смешно передвигается, потрясывается. Воу-воу-воу. Цвет, кстати, мне нравится. Сочненький, красивый, да, мне нравится. Что-то стесняется. Как будто танец живота исполняет. Да, решил напоследок. И сейчас бабки его завалят. Все. Ну, слушай, такой. Он не эпичный, но красивый. И ему прощается, в принципе. Кристаллический. Вау, с глазами какими-то. Так, мне кажется, вот с такими персонажами покруче, наверное. Давайте слишком много. Вот так. Вау, вот это мое почтение. Вот это мое... Опять же, крабик. Так. Что-то танцует. Вау. Фух, он смерч вызывает. Окей. Он еще как клёво же все-таки это сделано. Ну, вообще, то есть гибкая игра в этом плане. Да, прикольно, что позволяет людям творить. Да. Вот, кстати, как раз по поводу новостей уже 1,5 миллиона было сделано новых персонажей. Но мне кажется, гораздо больше. Это, ребят, трэш. Очень много. Так. Сколько вы для нас сделали? Да уж. А тут представьте, сколько всего накопилось. Игра живет. Так. Что радует? У нас дальше зараженный.
Вот это более сочный, кстати. Так. Какие красавчики. Вот он классный. Ой, он ходит, кстати, гораздо лучше. Так, валился. Ты раньше времени сказал по этому поводу? Или это был подкаст? Подсечка. Подсечка. Бум. Вот это я люблю. Ух ты, все речь он с ними сделал. Он их заразил. Last of Us начался. Да. И сейчас будет ответ. О, запуск. Штанга гол. Все, отлично. Так, остались вот эти персонажи, которые не очень приятны для него. Ну, я думаю, он с ними легко справится, если они не успеют выстрелить. Зарядил как. Он такой, я не хочу смотреть на это просто. Просто неплохо. И заразил. Вот смотри, он справился, он молодец. Я хочу просто буквально сравнить, какой более симпатичный для меня. Ну нет, для меня однозначно слева. Да? Мне тоже так кажется. Вдвоем они, конечно, сила. Но мы это не будем испытывать. Да, пойдем дальше. Пойдем дальше, потому что мы надолго здесь. А может и нет. Ладно, поехали. Зеркальный голем. Все, это достаточно. Зеркальный золотой. Вот это табло. Нормально. Это он рот открыл? Я даже... Слушай, вот странно выглядит, как будто рот. Блин, у них этих бочек. Блин, фильм какой-то был, помню. Про зеркало? Старенький. О, смотри. Был какой-то, типа, ну, детективчик, в общем. С зеркалом? Ну, да. Или что? Окей. Или с таким что человеком? Что у преступника было лицо, как бы, такое. Вытянутое. Ну, какой-то зеркальный или что-то, я не помню. Окей, ладно. Ну, действительно, кстати, издалека на кукареку он похож чем-то. Но довольно такой... Мне, я не скажу, что мне прям понравилось. Да. Так, еще интерпретация ледяного голема. Вот это уже больше похоже на ледяного. Это смесь льда и скелетона. Да, и он тут их прям перемалывает, я бы сказал, но... Да, не получилось у пацана. Вот эти очень сильные здесь ребята. Надо бы, если честно, изменить и смотреть пацаны. Уже темные такие. Давайте сменим карту ради прикола, зайдем вот сюда. Да, мы редко бываем на ней. Так, это что значит? Как... Ой-ой-ой-ой! А я его даже стереть не могу. Это какой-то древний. Же... Слушайте, блин, не, погодите, я хочу на этом фоне его поставить. Как скала. 8000. Блин, надо срочно его осмотреть. Сейчас осмотрим, 8000. Ну, Миш, вот эти слишком жесткие с мечами. Ну вот двоих. Давайте осмотрим. Офигеть, вот это, ну это прям топ. Вау. Это прям топ. Я могу сказать. Ладно, поехали. Это шедевр. Вот с такого. Что он делает, мне даже страшно представить. Пока просто ничего. Ждет. Пока смотрит. Единственное, так, стоп, погоди. Если они сейчас до него дойдут, и у него мало ХП. Хипода, мы не увидим. Опа, пошло. По-моему, просто к нему просто подойти невозможно. Такой наблюдатель. Да. Охранник. Не пошевелился. А вот с этими, конечно... Он с одного такого удара их гасит. Да, его завалили. Так. Дальние против него большая если проблема. Если бы здесь была прям огромная-огромная карта, то отлично бы вписался как защитник такой. Ну, в принципе, да, то есть если как битва. Ладно, я его убираю, но вот по внешним признакам... Мое почти. Кастл, то есть замок. Блин, я думаю, что тоже будет типа, некая крепость. Пипец. Такой забавный. Забавный. Как будто, если честно, это шапочка университетская. Есть такой. Опа. Шипчики пошли. Я только цену не посмотрел. Входит. Немножечко такой несуразный какой-то получился персонаж. Ну ладно, может быть, он очень эффективен. Я на это надеюсь. Пока сложно сказать. Пока он получает тот более мощный был, но из-за того, что он не двигался, он не смог противостоять стреляющим. Ну, а так бы он всех разгасил, я уверен. В нем уже достаточно много было снарядов, и он это... Но я его по цене неправильно поставил. Надо это как-то немножко других персов поставить. Может, в некотором смысле попроще. Так, ладно. Теперь самурай у нас. Самурай? Да. Слушай, это вот интересно. Ой, ну тут начал он сразу же кувыркаться. Он что, уже убитого делает? Ну, действительно, похож на самурай. Он в шоке. Так, погоди, эй, погоди, ты погоди, куда погоди. Пошел-то, пацанчик? Походу, не рабочий самурай. Ну, не, разошелся.
Тяжеловато. Это если... Ого, он все отбивает в плане выстрелов. Вот он хорош в плане этого. Как в аниме какой-нибудь супер главный, там, я не знаю, генерал или кто. Вообще, адмирал-генерал. Да, да, да. Хотел сказать, что кого-то он мне напомнил. А, как будто реально, знаешь, пуховика на себя нацепил там куча. Зимой, да, просто пополнил. Опа. Просто зубочистка своей разделывается. Человек-плита, на самом деле, а не самурай. Хорошо, у нас дальше Space, космический. Вау, вот это достойно внимания. Блин, только вот эта штука, она немного мешает. О, выдри глаз. Так, хорошо. Вау, давай посмотрим. Шикарно. Красивый. А у него как будто глаза еще и вот тут есть. Ну да. Ладно, посмотрим, что он делал. Опа, что это было? Или это отдача? Нет, это не отдача. Он вот этой штукой, которая у него за спиной, может просто всех разгасить. А мне кажется, она сквозь проходит их. То есть она их не атакует. Но она стреляет, как я вижу. Прикольно, что у него собственный купол такой есть. Да, то есть... Бум! Просто как этот, щепки. Скафандр, короче. Да, 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 так и есть. Как будто у него какая-то штуковина. Вот. Так, хорошо, бим. Он что-то такое интересное у нас. Знаешь, как будто он трансформер складывается, может. Пипец, я удивляюсь. Ой-ой, вот нападение рывок на экран было. Вот это внезапно. Так, сейчас что-то будет. Я, как в кино, знаете, когда 3D еще только появлялось. Да. Есть такой. Жесть. Эффект все был были в шоке. Исполнен. Ну, суетиться что-то. Но... Да нет, нормально, на да, самом деле. Да, нормально. Но я, как это сказать, меня вот некоторые прям очень сильно удивляют своим внешним видом. Вот этот прикольный, как он вот напрыгнул. Действительно. Но он просто еще широкий довольно-таки. Из-за этого выглядело, так скажем, необычно. По крайней мере, смотри, всех раскидал. Ну да, он победил за красными. За красными. Так, красный у нас. Ну все правильно, он победил. Да. Я хочу сменить карту. Давайте вот зимнюю. Что, да, за разнообразие? Почему бы и нет? Так, у нас более был она большая. Бим какой-то, да? О, да. Теперь у нас... Не видно ничего. Какой-то... Ой, блин, ну карта, конечно, не для него. Ну хотя, может, мы сейчас спустимся и увидим. Давайте заморозочку, давайте вот так. Ну и одну Валькирию. Это он приспосабливается к местности. Как будто кристальный. Ого, выглядит интересно. У него есть меч. Какой-то он странный, маленький. Опа, зато юркий. Как будто карлика раздули. Ого! Просто. Нет, я тебе могу сказать, салат сейчас будет из этих викингов. Пельмени наелись. Блин, слушайте, что-то я не понимаю, что он делает. У него и меч, какие-то шипы. А, это атака такая, понял. Прикольно, слушайте. Он использует эту такую темную магию. Странненький только какой-то. Странненький, да, в этом плане. Такой какой-то черепашка какая-то небольшая. Хорошо, хорошо. Он выглядит неплохо. Далее, так, да, вот. У нас труп голем, мясной такой как будто, да? Вау. Ну это прям атака титанов, титанов, нет? Да. Только это... Ног маловато как-то. Ну, немножечко, да. Либо, ну, странно, почему-то у некоторых големов все в порядке реально было. Так, или, титан, может быть, именно, как это сказать, стилизовано было получше. Мне кажется, просто технические проблемы, не могут они тут полностью ходить. Да, ну мы помним, если некоторые персонажи, да, делать крупными, то они неадекватно вообще себя вести начинают. А эти, в принципе... Да, то есть есть детали, которые неадекватно себя ведут, но в целом как бы перемещение работает. Клёво, кстати, заметил, там как будто вот реально кусочек мозга. Ну вот да, здесь. Да, слушайте, круто. Я думал, гриб больше похоже. Но детализация мое почтение. То есть эти все косточки. Немезис или как-то. Да, 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 да. Очень похоже, очень похоже. Resident Опа, Evil. Военный какой-то, милитари. Давайте посмотрим. Блин, это ацтекский. Мне почему-то вспомнилось. Не, Нек сразу. Да, либо Нек, либо Зельда у меня почему-то. Вот там были эти стражники. О-о-о, бомбанул. Так, слушайте, ну он поп... Офига себе, у него как будто реально турель сверху еще. Солдат сидит. Блин, ну это супер-гипертехнологии. О, вид сзади. Реально, это как в Неке. Там есть технологии какие-то, так все, скажем, основанные на реликвиях. Да, реликты, да, точнее. Да, да, да. Так, ну и современное что-то. Слушай, а можно синим, то есть корпус сделали? Ну хорошо, что его в ту сторону принесли. Смотри, да, какой да, это агрессивный.
Мне кажется, вот пытается это справа не дойдет. Ну вот, не дошел. Слушайте, а вот клево, когда они такие рядом с друг с другом стоят. Крупный. Так, адамантиевый выгонный. Все. Мишина дикция вышла. Владение языком 10%. Хотел сказать баллов, но потом... Но потом понял, что и мозг туго соображает, и все. Не работает. Как в Крайзисе. Да. Режим дебила включен. Ладно, поехали. Он и не выключался. Единственный, на которого хватает энергию. Ладно, короче, новый персонаж. О, какой шагает тут. Цыганочку. Вообще. Так, сейчас, мне кажется, будет так неплохо. Ну, мы уже видели наподобие, на самом деле, по поведению перса. Подошел как раз. В самом начале. Все, повалили, давайте его добивайте. Так, ну у него пока что просто... Будет на каком-то... Что за фристайл пошел? Коне сидит, иногда кажется. Он чисто давит, я так понимаю. Чисто мясной. Живенький. Он, конечно... Выглядит-то прикольно, но что происходит на экране, мне немножко непонятно. Махач. Окей, да, махач, это правда. Окей, окей, окей. Так, хорошо, у нас следующий голем. Это будет, кто у нас кто там? У нас? Газ. Газовый какой-то. Ну или типа, как-то... Ой-ой, воу. И вправду газовый. Мы... Опа. Опомниться не успели, а он уже такой тут. Телепортнулся. Воу. Вот он выглядит. Единственное, круто. Как будто это унитаз у него. Ого, смотри. Я не могу теперь как-то от этого абстрагироваться. Но у него этот эффект газиков работает. Смотри, падают какие-то гренки, что ли. Ну да, все так и есть. Блин, а он клёвый. Ну, прикольный. Вообще, фиолетовый цвет сиреневенький круто смотрится. Ну да, сочненько. Так, ну теперь я пойду сюда. Масштабная карта. Может быть, вдруг кто-то будет там супер крупный железный голем. Так, давайте. Слушайте, надо современных кого-нибудь поставить. Боксеров! Почему бы нет? А боксеры вроде какие-то мощные. Да нормально. Так, у него какая-то тут штуковина непонятная. Железный человек, реально. Слушай, реально. Ой, у нас пейнкиллеров похоже. Была же, кстати, пейнкиллер, железного точно. Человека-то, ну, там и старая версия, самая первая. Да-да-да, вот это первая из фильма. Они против вот этой вазы дерутся, пытаются, прикинь. Она... Это отвлекающий маневр. Да-да, она их спутывает. А прикольно. Они в шоке, против них именно смешно работает. Сейчас это мы подойдем. Называется тренировка. Тренировка, да. А тут он, конечно... Как будто по грушам бьют. Я не понимаю. Это, ну, он что-то стреляет чем-то в разные стороны? Да. Это прям рандом. Как будто изнутри, вот знаешь, вот есть этот кактус. Ага. Из него ага. же вылетают шипчики. Вот похоже примерно. Как пули. Окей. Что-то какое-то мясо дикое началось. Что здесь происходит? Смотри, он этих нарожал уже вас. Не знаю, сколько. Ну как-то, если честно, ни к чему творится. Толком не приводит. Вообще, я не вижу, куда он ему там топтал. Он, по-моему, растянулся так, что обратно его не стянуть. Чё тут? Ну, это суетолог, я могу сказать. Да, это точно. Не железный голем, а суетолог. Ну ладно, мы поняли его возможности. Специфичный и персонаж. И невозможности тоже. Ой, это что-то сложное. Вот, что-то крупное и что-то дорогое, я бы сказал. Так, хорошо, надо что-нибудь... Давайте гарпун накидаем, еще добавим. Давайте посмотрим пока так. Воу, ну это реально демон. Симпатичненько. Крупно. Снова опять же рывок. Ого. Частый прием получается. Все, тут пошло. Все. Я только не помню, эта штука какая-то, она... А, засасывает, что ли? Ну, внутрь? Наверное, какой-то урон, да, наносит. У него, короче, огонь со льдом одновременно, нормально. Такого эффекта я еще не видел. Да, клевенько. Но опять же, как он тут вертится, крутится. Но у него эффективность, конечно, побольше, чем у железного. Тут не было бы вот этих крутилок. Как классно выглядит сочетание вот... Огня и ну да, я дыхания, говорю, почему-то никто круто. Раньше не делал. Странно казалось. Блин, как будто такой классный эффект вообще визуальный получается. Ну, в принципе, как будто это не атака, а как будто шлейф какой-то. Как градиент какой-то. Какой-то. Такой, ну, слушай, да, блин, я только сейчас увидел его еще. На балде кастрюля. Ну, слушай, молодец, хороший персонаж. Так, с чего у нас далее? У нас остается дали... О, последний. Сакрет, блин, я забыл, как это слово переводится. Волшебный пусть будет. Так, ладно. Пока не блин, ясно. Прикинь, тоже будет стоять. Да, что-то... реально.
Ну, удиви нас. Ну, хоть что-то сделай. Так, ручки зашевелились. Как будто защищается. Может, он сломанный? Так, чувак. И это все. О, вот я могу им управлять. Ну... Так, давайте выселимся. Может, я его расшевелил, он теперь может что-то делать. Разбудил мальца. Да, да, расшевелил. Ну, немножечко, но они, скорее всего, мишки. Безобидный голем называется. Да. А он ведь был самым последним. Я да, ожидал я какого-нибудь грандиозного. Тоже делал. Да. К сожалению, он не оправдал. Он развалился. Вы самые слабые звено. Это правда. Ну и по классике быстренько расставим. Слушай, здесь, мне кажется, места маловато будет. А в две линии? Блин, ну тут надо будет... Ну сейчас пролетимся быстро по ним. Жесть. Попал на другую планету просто. Выставляешь, тут дичь какая-то творится. Реально, какая-то планета голема. Вообще. Похоже, предстоит жуткая опасная битва. Так, что по цене? И вот этого суперполезного парня. Так, ладно, только не деритесь, погодите. Пипец их много. Пролетим. Поностальгируем. Вот этот прикольный. Вот этот, согласен. Ну, я никого не могу... Вот этот. Я вот этого выделю. Ну да, красавчик. Вы тоже не забывайте написать, кто вам симпатичен. Тут тоже вот. Ничего. Вот фиолетовый. Вот этот классный. Классный. Майские роботы, ё-моё, точно. Похоже, вот что у меня в голове все звенело-то. Вот это просто, прям... да, топчик. Пушка. Очень нестандартно. О, синий самурай. Он тот клёвенький. Да, согласен. Выглядит, по крайней мере, очень впечатляюще. Так-с. Мы тут никого не пропустили. Ну вот я бы вот для себя выделила. Поехали! Ну, 3-4. Битва голема, фазгая. Все, мясо пошло. Ух, все творится. Слушайте, ну такого мяса мы не видели. Тут даже не знаю, за кого болеть. Тут классно, просто... что карта большая еще. Да, да, да. Позволяет развернуть такую битву. Некоторые, наверное, не дойдут, пока они тут ползут. Вот это вообще... Этот чел вообще... В нем застрял один. Мне кажется, это довольно долгая битва. Скорее всего, да. Может быть, она даже бесконечная в каком-то смысле, поэтому на этом мы закончим. Пишите свое мнение и пишите своего любимого голема. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.